В Люберцах подвели предварительные итоги единого государственного экзамена. Если механические часы тоже, ребят, снимайте. В этом году ЕГЭ сдают 1400 люберецких 11-классников. Чтобы получить аттестат о среднем образовании, достаточно справиться с двумя предметами – русским и математикой. Выпускники, которые планируют продолжить учебу в вузах, сдают дополнительные дисциплины. Их количество зависит от выбранной специальности. Сегодня нас радуют уже результаты по первым тем экзаменам, которые в конце мая были проведены. Это литература, это география, это химия. И уже в копилку люберецкого образования упали 5-100 бальных результатов. Впереди, конечно, еще большая у нас пора экзаменационная, но до середины июля, если мы говорим о резервных днях, если ребенок заболевает во время экзамена или непосредственно на экзамене чувствует себя плохо, то, соответственно, оформляется протокол, и мы предоставляем возможность в резервный день пересдать этот экзамен. Конечно же, хочется нашим ребятам всем пожелать успехов на экзаменах. Пусть они завершатся для них успешно. И надеемся, конечно, что еще поступят самые максимальные баллы, 100 баллов по другим предметам, потому что это очень важно и для учителей, которые в течение 11 лет детей наших учили, и для самих ребят при их поступлении в вузы.